Стартовала декларационная кампания 2023 года. Управление Федеральной налоговой службы по Калмыкии сообщает, представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо не позднее 2 мая 2023 года. Подать ее можно по месту своего учета или в МФЦ. Сделать это можно и онлайн, в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через программу «Декларация». Для этого следует заполнить форму 3 НДФЛ. Лица, которые получили доход от продажи имущества, доход от сдачи аренду, доход от дарения не от близких родственников должны представить декларацию 3 НДФЛ не позднее 2 мая 2023 года. Сроки не поменялись, сроки остались те же самыми, условия остались те же самыми, как были и в прошлом году, просто необходимо представить декларацию 3 НДФЛ. Для лиц, которые хотят получить налоговый вычет, возврат из бюджета денег, сроки эти не актуальны, то есть можно подавать декларацию до конца года, нет обязанности представлять декларацию 3 НДФЛ до 2 мая.